В администрации Красногорска продолжаются встречи по вопросам здравоохранения. Очередная началась с важных для жителей округа объявлений. Так, в ФАПах поселка Новый, деревень Козина и Гаврилкова теперь можно получать льготные лекарственные препараты. А в мае планируется завершить ремонт в Архангельской амбулатории, сообщила директор КГБ номер 2. Елена Морозова также рассказала об обещанном на прошлой встрече открытии медпункта на Красноармейской, 44, в Нахабино. Начиная с прошлой недели, по завершению всех необходимых организационных работ, у нас возобновил работу медпункт, который у нас был закрыт, начиная с начала 2020 года в связи с повышенной заболеваемостью ковидом. И два раза в неделю врач-терапевт и процедурный кабинет ведут свой прием. Запись открыта в системе ЕМИАСа на госуслуг. Далее по регламенту вопросы красногорцев. Большинство жителей с индивидуальными проблемами, связанными с оказанием помощи в проведении обследований и лечении тех или иных заболеваний. Квалифицированные ответы давали руководители учреждений здравоохранения округа, а также заместитель главы муниципалитета Наталья Тимошина.